Просто и быстро готовим вкуснейшие кабачки. Никакой сковороды и духовки. Просто нарезаем, складываем в рукав, и через несколько минут все готово. Для приготовления понадобится 2 кабачка среднего размера, это примерно 600 грамм, и 1 небольшая луковица. Кабачки нарезаем на тонкие кружочки. Старайтесь, чтобы толщина каждого кусочка была примерно 2-3 мм. Дальше тонко нарезаем лук. Я нарезаю лук полукольцами, но это не принципиально. Способ нарезки выбирайте, какой вам больше нравится. Для приготовления предлагаю использовать обычный рукав для запекания. Это очень удобно. Но также можно приготовить эти кабачки в любой другой удобной для вас емкости. Завязываем рукав с одной стороны и раскрываем его. Выкладываем в него нарезанные кабачки и лук. Еще измельчаем немного зелени укропа. По поводу зелени подойдет не только укроп, добавляйте любую зелень по вкусу. Добавляем его к кабачкам с луком. И сразу за ним добавляем специи для маринада. 1 чайную ложку соли, 1/2 чайной ложки паприки, выдавленный чеснок 2 зубчика, 2 чайные ложки французской горчицы и 1,5 столовые ложки 9% уксуса. По желанию еще можно добавить щепотку сахара. Закрываем вторую сторону рукава, туго завязываем и несколько раз встряхиваем рукав, чтобы все перемешалось и специи равномерно распределились по кабачкам. Теперь отправляем кабачки в холодильник на 15-20 минут. У меня уже прошло 20 минут. Раскрываем рукав. И можно подавать. Аромат просто потрясающий, как и сам рецепт. Кабачки по нему получаются очень вкусные и готовятся за считанные минуты. Подойдут и в качестве салата, и в качестве закуски, и даже как самостоятельное блюдо, чтобы просто перекусить. Обязательно попробуйте маринованные кабачки по этому экспресс-рецепту и поделитесь в комментариях, как вам. А также не забудьте поставить лайк в знак поддержки и подписаться, если вы еще не со мной. Всем желаю мира, добра и всего наилучшего!